Экскурсии в музей Черноморского казачьего войска. Возможность окунуться в прошлое выпала школьникам из ближнего хутора. Казачьи шашки, форма, награды, экспонаты один за другим увлекали ребят. Экскурсия прошла в рамках плановых мероприятий, посвященных юбилею отечественных спецслужб. Подробности далее. Совсем скоро, 20 декабря, отечественным спецслужбам исполнится 100 лет. В преддверии юбилея казаки пригласили учеников ближнехуторской школы на экскурсию в музей отдельного резервного пограничного казачьего полка. Рассказали об истории части, показали ведомственные награды, вымпелы и одни из самых интересных экспонатов – казачьи шашки. Здесь есть оригиналы как 1912 года, так и более ранних времен. Вот эта парадная форма военнослужащего отдельного резервного пограничного казачьего полка МГБ ПМР. Вот, она вот казачья, черная, вот, на голове зеленая фуражка. Это как символ нашего принадлежности нашей к Министерству государственной безопасности. Показали школьникам и документальный фильм об отечественных спецслужбах под грифом «Секретно». Познакомилась еще больше с историей. Потому что вот мы как раз сейчас проходим по школе эту тему, и вот мне кажется, мне будет легче изучать историю. В школе ребята проведут классный час. Его посвятят теме военного прошлого. Ученики поделятся друг с другом и учителями впечатлениями о просмотренном фильме и об экскурсии в целом.